Всем привет! Сегодня я буду показывать обзор на вот такую вот тетрадь, там, в которой находятся разные картинки с природой. Вот. И тетрадь вот такая вот, тоже с природой. Вот. И вот сзади такое тут. Здесь получается 48 листов. Вот. Сейчас я открыть даже не могу. Так, значит, вот здесь вот. Ну, такое просто начало. Здесь я так много ничего не написала. Так-то просто написала вот мои картинки там о природе. Тут написано, когда я завела эту тетрадь. И вот здесь маленькая такая картинка. Так, здесь как бы моя мысль о природе. Но это я прорисну. Здесь, значит, картинка такой какой-то, я не знаю, как это назвать правильно. Ящерица какая-то. Ее называют цинк. Какой-то. Вот здесь, кстати, вот это было подписано на картинке, и я его переписала, потому что вот видите буквы, и вот эти вот, вот это было вот, как бы подписано. Вот здесь вот есть название опять животного. Так, и рядом есть еще поползень, птица такая, тоже от этого же. То есть они были вместе на одном листке, я просто разрезала и приклеила. Здесь такие вот утро в сосновом лесу, олени такие. Только я что-то у них рогов не вижу. Здесь, значит, такая лисицевидный мангуст. У него тоже название где-то было снизу написано, но я обрезала и подписала. Ну, потому что он не влазит, видите, я обрезала и подписала здесь. Кстати, эту картинку я не клеила, потому что с обратной стороны, вот, посмотрите, жук-олень. И я эту картинку просто вклеила. То есть я ее тут подогнула чуть-чуть и приклеила между страницами. Здесь такой этот. Ну, как бы картинка вообще подписана до того голубого тетерева под снегом. Птица такая тоже. Здесь есть. Здесь вот эта страница мне вообще больше всего нравится. Тут такой рекорд. Заявка на рекорд книги Гиннесса. Здесь вот такая вот щенок чихуахуа. И он, получается, весит 300 грамм, и рост у него 6 сантиметров. И он помещается на ладони, здесь написано. Ну, как бы это мне больше всего здесь так нравится. Ну, там, ну, не помню уже, ладно, потом, если увижу, то скажу. Здесь, получается, такие свиристели. Тоже они. И вот здесь вот еще дрозд рябинник. Еще свиристели. И вот еще свиристели, и тут написано рябиновый обед. Ну, потому что они рябину едят. Здесь, значит, уже собаки такие. Здесь вот такая картинка, значит, две собаки, но я подписала как «давай дружить». Так, подписала эту. И вот здесь такая еще в корзинке собака. Так, здесь, значит, две такие, я нашла картинки, собаки, которые моются. Одна, получается, а нет, обои в душевой кабине. И я подписала «нужно следить за чистотой». Ну, как-то. Здесь, значит, картинка, на которой называется «Два ворона». Ну, то есть, вот ворон, и вот это вот тоже сделано наподобие ворона. И вот эта картинка мне нравится, она называется «Скалистые горы». У нее было продолжение, но продолжение у меня... Я не стала клеить. Значит, здесь такие две собаки, питбуль и конь-корсо. Но я здесь, наверное, неправильно подписала. Мне такие вообще не нравятся. Я даже вообще жалею, что я их приклеила. Мне... Ну так, пусть будет. Здесь, значит, такие вот собаки. Ну, здесь я уже ничего не подписывала. Просто какая-то беспородная собака в будке. Такая вот. У нее, кстати, поводок на георгиевскую ленту похож. Вот это вот я не забыла, как называется. И этот бигль. Здесь, значит, вот это вот тетерева на таку. И вот такая вот как бы синица, но она не одна должна быть, потому что здесь вот... Сейчас покажу, в чем дело. Здесь на другой стороне вот в дупле белка. То есть они были вместе. То есть как будто бы вот эта вот белка в дупле, и на которую летит синица, и было подписано. Вот сейчас прочту. Белка и большая синица. Ну, как бы белка, она у меня так получилась, что она вот здесь была. Вот эти отдельно уже дерево. И еще есть вот эти вот, как они там называются, сейчас тут написано. Бой газелей Томпсона. Вот такие вот как бы.
И вот здесь вот у них лебедь такой. А, такой вот лебедь шипун, значит, его так называют. Вот такая картинка. Так, значит, здесь такие две собаки, которые играют. Ну, я так поняла. И я подписала тоже, как давай играть. И вот такие две собаки. И вот эта вот мне собака нравится, я сделала ей такой отдельный как коллаж, и его подписала подготовка к выставке. Ну, просто она ходит тут как бы на таком, как называется, забыла. Ну, как бы вот такие вот здесь, она одна и та же в разных фотографиях. Мне вот это понравилось. Здесь воробьи, норка. Это благородные олени, лиса. Аляпка, вороны и белка. Вон вороны, как-то не показываю. Так, здесь бассенджи, каникорса и такса, и собака и козел. Но я только почему-то не уверена, что это козел какой-то, потому что у него какие-то рога странноватые, конечно. Значит, здесь были у меня такие две фотографии, где собаки как бы одну делают УЗИ, другая проверяют уши. И я подписала «Следите за здоровьем своих питомцев». Ну, я только мягкий знак вот здесь пропустила, а так я его сверху подписала. Так, здесь, значит, такая вот собака и вот две таких. Ой, здесь такая птица, сорока под жулан и скворец. Так, здесь еще, кстати, если вот так сделать, здесь вот их продолжение. Воракушка и щегол с птенцом. И вот эта вот птица, она половина здесь у нее, а половина вот тут. Только у нее название я что-то не вижу. А, нет, вот, черный дрозд. И вот здесь вот такие две. Вот это... Так, это кто? А, это белая трясогузка и вот это вот самец сорокопута жулана. Здесь как бы такая вот еда собачья, чихуахуа и какая-то тоже непонятная собака, которая держит миски. И вот здесь вот такие как щенки хаски, они тоже едят. Я это все подписала, пора обедать. Так. Здесь, значит, картинки такие, где собака и человек. Я их подписала, собака лучший друг человека. Собака и человек еще вот тут подписано. Здесь, значит, вот эта вот женщина с хаски. Какая-то женщина с большой собакой. И вот здесь вот такие две фотографии. Это одной и той же женщины. Вот здесь вот у нее подписано. Вот. И как бы она одна и та же, просто в разных одеждах, на разном месте сидит. И у нее одинаковая собака тут. Я ее приклеила так тоже. И у меня картинки с людьми и собаками еще были. Я здесь также написала «Собака – лучший друг человека», «Собака и человек». И еще три картинки доклеила. Вот здесь вот, ну, блин, я вот это помнила, как называется, и забыла. С этим кубком. Вот здесь какая-то, тоже какие-то, непонятно кто. И вот здесь женщина тоже с собакой. Здесь, значит, шпицы. Их очень много получилось, они и вот здесь вот мне уже не надоели на двух страницах. Здесь такой коллаж собак, вот здесь вот я сразу же говорю, коллаж неправильно написала, потому что я почему-то А пропустила, а куда-то исчезла. Так, значит, здесь пудель, и чихуахуа. И еще как бы вы сами видите, кто. Вот мне вот это нравится, чихуахуа. А, и все, и больше здесь, кстати, ничего нету. Вот такая как бы тетрадка у меня здесь, я еще потом буду клеить, конечно, сюда эти картинки. И еще вот такая вот тетрадь, я ее стала писать, я потом, может, на нее, когда доделаю ее, потому что я еще не делала, я на нее тоже обзор сниму. Всем пока!